Чуклевки Егор. Подожди, Егор. Давай еще раз поплавимся, оплакиваем, друзья. Скажи, пожалуйста, как бы ты сам назвал свою композицию? Вальс Колоколов. Друзья, действительно, это была мелодичная, ритмичная и в целом не просто перезвон, а настоящая композиция. То есть Егор не только у нас участник, но он еще имеет композиторские способности. Давайте еще раз поаплодируем. Егор, а у меня еще вопрос. Сколько тебе лет? 7. 7, друзья. А я как Карлсон, я думал, что тебе уже 8. Ну, а в каком классе ты учишься? В первом, да? А из какого города ты приехал? Москвы. Из Москвы. Егор приехал к нам из Москвы, и мы надеемся, что он очень полюбит наш город и будет постоянно сюда приезжать. Еще раз поклон от Егора. Чуклев. Дорогие друзья, давайте еще раз поприветствуем. Спасибо большое, Егор. Пожалуйста, можешь проходить.